Хейл гайз, мышки, мы продолжаем проходить игру под названием Primal Light. Окей, мы с вами где-то. Враг мне уже не нравится, потому что я ощущаю опасность. Так, на, подожди, я думал, это головоломка была. На него требуется 4-5 ударов. А, здорово. Блин, вот бы еще бы я... Да, я так и ожидал. Блять, почему я не ожидал иного? Серьезно. Ой, блядь, это с кольцами по-любому тема будет. Вау. Я прям, я все собираю, что в игре есть, но... Может, я чисто просто не долетаю? Вау. О, фу, я думал, тут прохода нет, потому что вау, круто, мне нужен двойной прыжок. Максимум хиликов. Проверяем, может, тут двойная стена. Нет. А кто знает, может, там была бы двойная стена. Вау. А, это просто кнопку вверх надо. То есть не атаку надо было делать, а кнопочку вверх. Ого. Иди сюда. Да, 5 ударов. Яйца. Ой, бля, сука, я уже испугался. Саша сказал. Чувствую, здесь мы с вами не закончим. Сказать, что пиздец, ничего не сказать. Просто сделать так, что у тебя нету и шанса. У меня шанса нету зацепиться, блядь. Вот о чем я говорю, вот о чем я, блядь, говорю. Это максимально долбоебно сделано. Вы что, помните?
Ладно, мы там с Богом как-то еле-еле, ну, прошли боссов, ну, вот эту хуету делать, такую, которая меня завалит полностью прохождение данной игры, ребят. Я не шучу просто. Пиздец. Ноль контишек. Ладно, плюс две контишки. Ну и сраных, и все равно из-за их сраных. Блять. Ну это легко, ладно. Так, увеличивает отдачу от летающих врагов. Короче, я отталкиваю врагов чуть дальше. Вот снова, куда мне желательно идти? Я могу пойти направо, я могу пойти наверх. Хотя и там у нас есть проход. Понимаете, в чем херня? Прыгающие яйца. Идол Игор. Так, давайте сразу посмотрим, что он и дает. Сановод. Какой сыноват, блин. Удаляет худ. Нахера мне удалять внешне, ну, вокруг моей хп, вот это все. Типа усложнить себе еще игру? Куда еще сложней? Вот, блять, еще пиздец придумать. А еще сложнее нельзя было придумать. Я просто не хочу драться с ними. Их сразу поубиваю, нахер они мне надо. Давайте просто, я просто проверю. Да, и нахера, я ж нихера не вижу. Thank you.
пошли нахрен. И я понял против... Как... ну, тактику против этих... дурачков. Пиздец. Где все доп хпшки? Давай сюда, максимально. Умрёшь? Нет, не умер. Блядь. Забайтили. Сучки. Меня забайтили. Ну, слушайте, здесь, кстати, можно, знаете, какая будет отсылка? На Индиану Джона. А если бы я упал? Вот вопрос. Вот я... Блядь, нахуй ты отхилишься, долбоёб. Я падаю вниз. Что дальше? А мне кажется, падение вниз это разумная вещь. Там может быть что-то. Если вам интересно, я могу сейчас сохраниться и пойти все-таки спрыгнуть. Хотя, с другой стороны, это самое дебильное, что могу сделать. И, по сути, мы с вами нашли два камня, которые у меня есть. Так ведь? Ну, типа, два этих и два этих мы нашли. Чувствую, здесь будет вот это использоваться на боссе. Я чувствую... Ой, как это будет часто использоваться. Пиздец, как будет использоваться. Здоров. Честно, даже не знаю. А не быстро ли он отлетел? Ну, типа, я не говорю, что это плохо, но... Возможно, когда у меня было мало хп, я быстро отхилился, и, знаете, вот этот баф урона, он все равно остался. Либо я не знаю иначе. Ладненько, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи, всем пока.